Всем привет, дорогие друзья! С вами Илья, вы на канале Зверьё. Это второй выпуск What the fuck? Черт, у меня сегодня для вас просто потрясающая идея. Спасибо зрителю под предыдущим выпуском, натолкнул меня на эту идею. Сегодня мы с вами обсуждаем метр кабеля аудио за 3 миллиона рублей! 3 миллиона рублей за 1 метр кабеля. Боже мой, это мне рвет полную башню. Давайте скорее смотреть. Одежда ведущему в этом выпуске предоставлена всемайки.ру. Это магазин одежды, где вы можете заказать уже готовые принты. Это, к примеру, 3D-толстовка. Здесь полностью запечатка и под рукавами, и на спине. Можно сделать любой свой принт, накладываете фотографию, печатаете. Все отлично. Насчет 3D-запечатки, после стирки она не выцветает, и ее, в принципе, даже не нужно гладить, потому что она такая гладенькая. Достаточно просто встряхнуть, и все, одежда гладкая. Ссылка на все майки.ру будет в описании, и вот вам промокод REVIEW. Если вы будете его указывать, то вы будете получать 10% скидку на весь заказ. Поехали смотреть ролик. Как всегда, воспользуюсь ноутбуком, откроем и заходим на сайт pult.ru. Если им будет реклама, ну и дай бог, фиг с ними. Мы смотрим разные магазины, вы тоже можете предлагать что-нибудь мозга просто выносящее. Ну, кабель, как бы, знаете, ну 500 тысяч, окей, я слышал про такой. Ну, ладно, там 700 тысяч рублей за 1 метр кабеля. Вы представляете, что такое, ну, метр кабеля, вот, 700 тысяч. Но 3 миллиона рублей за 1 метр. А если мне нужно побольше? Хороший вопрос. Так, заходим в раздел кабели. Давайте сделаем на весь экран. Дальше идем в акустические кабели. Угу. Ну, как бы 43 рубля за 1 метр тоже хорошо. Мы сейчас потом углубимся в математику. Что можно купить за такие деньги? В метраже, в километраже. И делаем сортировку по цене. Так, блокируем все разрешения. Бум! 4 миллиона 500 тысяч рублей, как бы 4 метра этого кабеля стоит. Это Silent Wire LS Imperial. Я вот что подумал, мы не просто будем удивляться, что 4 там миллиона рублей, что за кабель, или 3 миллиона рублей за 1 метр кабеля, а мы посмотрим, что это вообще такое за кабель и почему он столько стоит. Вот, это мне интересно. Ну, как бы можно понять, что 4 метра кабеля это намного будет выгоднее взять, чем 1 метр, потому что 1 метр стоит 3 миллиона рублей, а 4 сразу 4,5 миллиона рублей. Окей. Черт возьми, что этим кабелем можно подключить? Я в аудио вот этой фильной среде вообще ни хрена не рублю, честно, но цена меня поражает. Я так понимаю, что там должен быть усилитель где-то раз, наверное, в 5 дороже, чем этот кабель. Там, может быть, алмазы какие-то используются или что-то такое. Silent Wire LS Imperial. Single. Ох ты, ё-моё. 3 миллиона рублей. У меня возникла идея. Вот на эти 3 миллиона рублей, к примеру, в километраже возьмем. Это 1 метр кабеля. Хочу купить, к примеру, спички. Нет. Нитки. Сколько нитки у нас стоят? Комус. 557 рублей. Я открываю свой калькулятор. 3 миллиона рублей за 1 метр кабеля. Я поделю на 557 и получу... Я могу на эти деньги купить 5385 таких катушек. 5385 таких катушек. Соответственно, если по километру, то это будет 5385 километров. Это, по-моему, сколько у нас примерно от Москвы где-нибудь до Таиланда, до Пхукета. То есть за 3 миллиона рублей я могу купить либо метр кабеля, либо я могу купить 5400 километров нитки, которые я могу протянуть от Москвы до Таиланда. Интересное сравнение. Так, окей, мне интересно посчитать, что же это такое? Что за Silent Wire Imperial? Вы поймите, что на такие вещи... Кто-то написал, что Илья, было бы круто, если бы ты эти вещи как бы показывал. Там вот этот телевизор за 6,5 миллионов рублей. Нет, спасибо, мне такую в квартиру точно не надо, даже на обзор. Я даже дышать на нее не буду. Я смотрел здесь пару видео. Самые качественные обзоры. Кстати, 7 лет назад снято, ну ладно, здесь можно сделать поблажку.
Ну, короче, обзор на кабель. Чувак просто показывает, видимо, на мобильный телефон снято, как это, просто кабель. Вот. С деревянной какой-то бабыхой. Как бы все. High-end 2010 Silent War Impression. Что такое? Скорее всего, Limshula Harmonia будет использоваться на концертах. Да? Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы вообще рубите в этой теме, почему эта зараза стоит 3 миллиона рублей за 1 метр. Так, что у нас пишут здесь? Пульт. Где можно купить-то еще? M-стерео кабеля из Германии. Silent Wire. А, это вот сайт производителя. Посмотрим. Мне кажется, вот эта фотка, она везде по интернету. Понятное дело, что обзор на такие кабели, наверное, никто не делает, потому что, ну, это, извините, это хай-энд, это выше хай-энда. То есть можно купить кабель как бы подороже, можно купить еще немножко подороже. А это вообще просто это заоблачно. Ну, вы сами понимаете, да? Вот эта фотка опять на сайте. Image Hi-Fi. Ну, понятно. Как бы понять, что это такое, нигде при этом не пишут. Давайте на пульте. Просто позвоните, я вам помогу. Эксперт Черныш Владислав. Не буду я его беспокоить. Так, делают в Германии. Длина 1 метр. Угу. Готовые кабели в нарезку. Готовые. Люблю читать отзывы. Давайте, может, попробуем. Есть отзывы? Может, все покупают каждый день там. Знаете, купил кабель, попользовался, так, качество среднее. Так, энергия звука нам предлагает. Я так понял, продается это еще в таком прикольном кейсе. Спецификация. High-end класс. Окей. Разъемы. На выбор. Серебряные бананы или лопатки? Я даже не понимаю, что это такое. Диэлектрик. Торопласт. Воздух. Цвет оплетки. Здесь, кстати, цены немножко пониже. Что интересно, на сайте самого производителя вот это, в принципе, вся информация. Все. То есть люди, которые это покупают, они и так знают, что это типа круто. Нашел сайт, на котором хотя бы есть инфа, что это кабели из Германии. Научный подход к передаче звука. Создать качественную аудиосистему недостаточно для того, чтобы передать звук во всей его красе и естественности. Именно поэтому компания Silent Wire специализируется исключительно на создании кабелей, в том числе и тех, что передают аудиосигналы. Профессор Рудигер, именно он обратил внимание на то, что качество передаваемого сигнала, в том числе и звукового, зависит не только от составляющего стержень производимого компанией кабеля, а именно меди, но и от того, во что он обернут. Да, я слышал про то, что кабели делают очень круто, там, без воздуха, что-то еще. Я с точки зрения того человека, который вообще в аудио ни хрена не смыслит. Вот где кроется отгадка. Что же касается качества, то все продукты от Silent Wire, начиная от 32 серии, обладают индивидуальным сертификатом качества и подлинности, выдаваемым только после тщательной проверки специалистами компании. То есть можно быть уверенным, что за 3 миллиона рублей ты получишь суперкабель. Линия акустических кабелей от Silent Wire на данный момент насчитывает 15 серий, среди которых две носят название LS Imperial и LS Reference. Как раз вот это нас интересует, Imperial. Обе являются эталоном создания акустических кабелей. И если секрет состава первой можно получить, обратившись напрямую к производителю, то относительно второй раскрывает полностью начинку. Угу. То есть Imperial, который стоит 3 миллиона рублей, из чего он состоит, как все это делается, можно получить, только обратившись напрямую к производителю. Может, так и сделаем? Окей, раскрывается состав LS Reference. Давайте посмотрим, есть ли он в продаже. Так, выходим в Silent Wire. Я так понял, надо по цене ставить. О, кстати, у них есть доступные кабели, я смотрю. Так, референс у нас получается стоит, так, это 3 метра, 2 метра, 1 метр 730 тысяч рублей. Но это уже довольно-таки бюджетно. Так, гордиться инженером компании в данном случае есть чем. Еще стоит кабель. Воздушный изолятор, бескислородная медь и серебряный сплав. Торопластовая изоляция гарантирует идеальное качество звучания даже в условиях концертного выступления. Это, прежде всего, вся информация на русском языке, которую мне удалось получить. Но ответ здесь был прост, потому что
состав Империал, к сожалению, мы никогда не узнаем. И здесь только знающие люди его будут покупать. Я, к примеру, могу потратить эти 3 миллиона рублей на покупку дошиков. Я разделю на 30 рублей. И могу получить 100 тысяч пашек. Тихо. И могу получить 100 тысяч пачек доширака. На 3 миллиона рублей я могу купить себе, к примеру, по 30 тысяч рублей PlayStation'ов. Это выйдет 100 штук. 100 PlayStation'ов тоже неплохое сравнение. Мне больше понравилось все-таки насчет ниточек. Спасибо вам, что досмотрели второй выпуск What the Fuck. И на самом деле кабель за... Черт возьми, 3 миллиона рублей за 1 метр рвет мозг полностью. Ух. Пишите комментарии, ставьте оценки и ждите новых выпусков. Ну а с вами был Илья. Пока.